Значение буквы А в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Взгляды на жизнь таких людей часто необычны и экстравагантны. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Владельцы этого имени, подобные величайшему Канту, являются примерами наиболее удачного взаимовлияния Солнца и Урана. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственны для этого имени. В любви предпочитает комфорт и старается предугадывать желания партнера. Буква К в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. Наделяет скромностью и умением устраивать свои дела по-тихому. Владельцы этого имени не любят беспорядка и импровизации. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Обладатель этого имени учит быть внимательным к жизни и способным по малейшим изменениям оценивать ситуацию. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.